Магнитогорске полным ходом идет обновление одной из старейших транспортных артерий города, участка, известного горожанам как Березки. Если быть точнее, ремонтируются дорожные проезды и пешеходные тротуары на отрезке от улицы Бибишева до улицы Школьной. Погода благоволит дорожникам, а потому работы ведутся с опережением графика. Подробности в сюжете Татьяны Зайцевой. К капитальному ремонту этого участка дороги специалисты компании «Магнитогорск Инвестстрой» приступили 6 августа текущего года. Первым делом обновили тротуары. На данный момент выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, по устройству нового пешеходного перехода, подходов к остановочному комплексу, замощения переходов между трамвайными путями. И в дальнейшем выполняются работы по устройству пешеходных дорожек вдоль проезда. Капитальному ремонту подвергнется и проезжая часть на этом отрезке. Причем все работы осуществляются согласно современным требованиям. Например, тротуары будут оборудованы пандусами для удобства передвижения инвалидов-колясочников. Такого масштабного обновления местных дорог старожилы Березок не припомнит. Хорошо сейчас стало. Удобно, конечно, мы рады, что делает нам. Что-то благоустраивает наши Березки, левый берег. Согласно графику производственных работ, изначально ремонт планировалось закончить до середины сентября. Но благодаря хорошей погоде и грамотно организованной работе дорожники опережают график и надеются сдать этот участок уже к концу августа. Напомним, в 2016 году в Магнитогорске на ремонт дорог и новую разметку планируется потратить порядка 170 миллионов рублей. Татьяна Зайцева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ.